Закрытие сезона 2012. Без музыки. Либо без звука, типа, вообще? Нет, с моторами. А, нормально. Зачем без звука было бы вообще грустно? Тогда бы я чувствовал себя глухим каким-то. Так, у вас слышишь, что, типа, да. А я на фоне слышу музыку. Это, видимо, в машине играет там. Дрифт Логойск. Логойск? Да, Логойск. Где это? В России. А хотя, подожди, Логойск — это Беларусь. Ну, лайф написано. Да, точно. Я думаю, Логойск. А, вот номер семерка. Я поэтому белорусские спросил, номера, я тоже. Типа, Логойск что знакомое? Я тоже думаю, Логойск, вот это, думаю, да не. Кого-то да ладно, что с Беларуси? Да, с Беларуси получается. Еще номера белорусские. Хорошо, Россия. Сори. Россия, бай. Я даже не знаю, какая это область. Так лайф, я уже поняла по лайфу. Еще старый логотип лайф, лайф красненький это был. Это мобильная сеть. Да, мобильный оператор. 11 лет назад. Да. До сих пор лайф называется. А до лайфа, знаешь, назывался? Как? Best. А, точно, забыла. О, смотри, это пес. Вон флаги, кстати, как в белорусском цвете были, видишь? А закрытие сезона? Так и закрытие сезона, потому что. Ну, не, закрытие сезона, это просто последняя горка, типа. Ну, так уже гонка. Кто раздолбался, тут уже чинится. Дежуня. Нет, не фар, ничего. Может, его шатает? Такое ощущение, как развалится сейчас. О, там колесо свернулось у него. Да? Не? Оно его как будто вот так, вот боком как-то. Ну что? Ну что? У нас голова горит. О, да. Маленькая! Смешно. Прикольно, тоже дрифтует. Да, да, прикольно. Вон, подъехал. Жик, смотри, хорошо дрифтует, гай. Нормально, слушай, глянь. Классно. Я был еще один, что я здесь соревновались таких маленьких машинок. Ну да. Чего, костюмчики? Перчаточку. Ой, слышала музыку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Snoop Dogg. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки. Snoop Dogg. Загорится. Это пожарная бригада там есть. Ну, такая, конечно, попка раздолбанная чуть-чуть. Как будто. Видишь, стоит пазик, этот медслужба до сих пор такие катаются. Развалюшки. Периодически вижу. Может было, чтобы шины не портить, залить каток зимой, по конку гонять. С такими же дрифтами. Место такое довольно живописное, как будто домики какие-то в аренду. Где-то за городом. Наверное. Как усадьба или что-то типа того. Ой. Глянь. А у него как-то прям вот так вот они становятся. Я думаю, внутри что-то дымится. Вон, видишь, какой вывернутый? Вот так вот распластался чуть-чуть. Здоров. Спасибо. Челики в центре не боятся так стоять. Вдруг машина поведет, она как на них. Бронка, все. Отпрыгнет. Это же оператор с плотной стеной, который кадр испортил. А это, кстати, на русских номерах. Я заметил. Розу. Унесло. А я еще вижу, что ролик был с этим, со стабилизатором деформации. Чуть-чуть. Снят, да.